Просто где-то одно затерялось письмо по дороге из далекой Антарктики. Стоп. Аиночка, дорогая, какой Антарктик? Купили вот такую штуку, где-то в районе $100. Но надо сказать, что здесь и там, с той стороны, почистить вот эти наши дорожки. Видите, они уже такие зацвели, так скажем. Это стоило месяцев, может, 8 назад $160. Это $100. Я думаю, что она окупится в первый же раз. Сейчас посмотрим, как будет работать. Короче, решили сэкономить и самим мыть дорожки. Оставлю ссылочку тогда на Amazon. Красавишна, Лена. Зато какая красивая дорожка стала. Надо было показать до. Так хотелось быстрее начать, что уже теперь только после. Как раз мы сделали это вовремя, потому что на следующей неделе, по-моему, будет мульчирование. На мульчу вот эту вот везде раскидают. Новенькую, свеженькую, красненькую. Вот. Так что вовремя помыли. Она не сейчас... Все это облагородит и будет красиво. Вот. И на той стороне тогда сейчас покажу, как было и как стало. Ну вот примерно так вот и было и там. Видите? В швах вот это все. Ну, у нас несколько месяцев, можно сказать, не было. С перерывом там, плюс еще когда болели, не до этого было. Вот. Я все не хотела. Думаю, купим сами, сделаем. Когда будет сил побольше. Ну, потому что, говорю, до этого я $160, а это на полгода где-то хватает. Вот, что-то хотелось сэкономить, купить самим делать. Вот здесь вообще под столом. Ну, видимо, поливали, когда цветочки, да. Вот. Но там было чуть получше, да. Здесь потому что, во-первых, озеро рядом, поэтому влаги больше на этой стороне. Поэтому здесь похуже, чем там было. Но сейчас специально снимаю, покажу вам до и после здесь, как что получится в итоге. Белая цапля сидит там. Ну, это не цапля, это как они здесь называются. Сейчас вспомню. Ну, типа кулик. В общем. Да что ж ты забыла? Вот, у нас переполнено озеро, столько дождей было, вообще прям сильных-сильных. И озеро переполнено, он грибок какой-то вырос. Это я сюда стулья поставила, потому что мы сейчас буду. Прям жалко, сейчас птица улетит от этого шума. Вон какой мухомор, наверное, да? Кто разбирается в грибах? А я вообще не разбираюсь. Ну, лисички, может, узнаю, и то, если они ложные. Вот, скоро приду здесь, все помоют. Вот эти дорожки. И мульчу насыпят возле деревьев. И вот у нас везде здесь. Но вот эти дорожки мы сами моем, либо нанимаем. Но у них тоже можно заказать, но будет, ну, нужно будет платить. Мы сами помоем, правда? Вот. А мульчу-то они насыпят, будет красиво. И вот это помоет на октябрь. Уже прислали письмо, что будет в октябре мыть вот эти дорожки общего пользования. И мульчирование. У нас все так все и жрут. Хотя есть некоторые, ну, листочки появляются, но ненадолго, видимо. Игуаны ждут, пока отрастет. Это все уже, это выкинуть. Хотя пересадили и землю, и все попытались.
Не, оно все того уже. Можно выкинуть. Ничего из него не выйдет, наверное. Дерево у нас так выросло вообще. Вот это вот дуб флоридский. Там не течет вода. О, потекла. Немножко. О, потекла. Сейчас пока она, наверное, по всей вот этой вот. Она пока, ты что, вот по вот этим пройдет. Вон, все. Посмотрите, какая красота. Ну, совсем другое дело. Сейчас высохнет, еще светлее станет. Вот для... Здесь более наглядно. Видите, какая была дорожка. Я вымыла вот эти две плитки. Вообще колоссальная разница, правда? Сейчас еще высохнет, говорю, еще светлее будет. Прям вообще очень ярко. Сейчас, кстати, уже закат темнеет. А на солнце вообще, наверное, я вымыла один стульчик. Сейчас еще пять. Надо от... Ну, могут быть где-то паутинки, паучки сплести могли. Поэтому надо... Ну и пыль. Надо все смахнуть, помыть. Кто молодец? Я молодец. Краский стол помыла тоже под напором. Вот эту вот барбекюшницу. Заборчик сполоснула. Стол и с той, и сверху, и снизу. Вот так вот. Как хорошо. Короче, вам эта машинка окупится за один раз. Да, еще дешевле будет, потому что вы бы за это заплатили около $200, а мы заплатили около 100. Короче, оставлю ссылку вам. Пользуйтесь, это круто. Две насадки. Ой, как чисто уже высыхает. Столички чистые, немножко спина болит. Сейчас выключится этот фонтан. 7 часов выключается. Сейчас хочу пересадить этот, выкинуть. Отсюда взять землю для вот этого вот. О, бедные цветы, короче, здесь. Одна барбадосская вишня. Не нужна, игуанам сидит, растет себе, плодоносит. Вон, смотрю, опять цветочки появляются, будут ягодки, значит. Вот этот вот, может, выживет. Этот нет, весь поглоданный. Хотя не есть листочки, но я говорю, они только распускаются. Я говорю, как будто игуаны ждут, чтобы побольше выросли, чтобы потом их сожрать. А игуаны тут как тут.